Юный день, доброе утро. Вот мы и в отеле. Клеопатра Фатих. Вот оливки. Все тоже разные. 6 видов, фаршированные. Разного размера, по-разному приготовлены. Перчик острый есть. 2 видов он. Сейчас возьму в кадр второй вид. Фруктовые тарелочки. Сегодня здесь сливы, арбуз, апельсины. Кто-то, наверное, будет подходить и к этим столикам. Джемы, мед и хлопья. Горячая еда на завтраке идет второй линией параллельной. Здесь то, что я не кушаю, сосиски, картошечка фри, булочки впереди. Я люблю цветную капустку, ручковая фасолька. Чернослив очень крупный и красивый. Завтрак снимать темновато, еще недостаточно света. В уголочке сырные тарелочки. Большое разнообразие сыра. Мне нравится вот тоже. Доброе утро. И вот этот еще нравится с зеленью. Вот эти кубики сыра, присыпанные паприкой и зеленью, тоже вкусные. Оливки турецкие, просто обожаю. Здесь на завтрак их 6 видов. Сейчас покажу, которые мне нравятся. По центру оливки, фаршированные помидорками. А вот те справа, на заднем плане, черные оливки с косточкой, они тоже специями присыпаны. Выглядят эти оливки очень аппетитно. Шикарный чернослив и сочный арбуз. Яблоки, груши, куклу. Каждый день кушаем. Листики салата, перец. Перец, лук с сосиской. Горячие булочки на завтрак. Похоже, картофель по сметане и сыром. Кашка молочная, рисовая. Честно скажу, очень вкусные баклажаны. Большой богатый стол с большим выбором блюд на завтрак. А труд повара, а также помощников на кухне очень тяжелый. Вот, надо, конечно, оценить их труд. Мне на завтрак запеченные перчики, булочки впереди теплые, с сосисками кашка, но я такое не кушаю. И брокколи, картошечка фри, запеченный перец, а также листик рукколы и портулак. Глазки красиво разложены, но мы даже ее не пробуем никогда. Мне нравится турецкий сыр. А также я люблю очень помидорки с огурчиками. Ну, рукколу, конечно. Вот этот сыр тоже очень вкусный. А сыр, как брынзочка, солоноват для меня. Такой сыр выдержанный, он очень дорогой вот на переднем плане, крошками. Я его видела на рынке, он дорогой, считается выдержанный сыр. На завтрак цветная капустка, сосиски, очень вкусная, вырезать ли, похоже, помидорки с яйцом, картошечка. Это примерно такой вот завтрак в среднем бывает в отеле. Нам он очень нравится. Большое разнообразие и сыров, и зелени. Каждый найдет для себя что-то. И из горячих блюд тоже. Крупные оливки мне понравились. Они хоть и с косточкой, но приготовлены очень вкусно. Есть эти зеленые крупные оливочки или специи. Вот оливки поменьше. Они начинены помидоркой. Черные оливки с косточкой. Вот так украшены сырные тарелочки и с ломтиками колбасы. Покажу горячие блюда. Сегодня кабачки. Помидорки, запеченные под сыром со специями. Такие помидорки приготовлены вкусно. Надо было потратить много времени и труда, чтобы сделать такую красоту. Правая цветная капустка. Вот в такую вафельную чашечку можно набрать начинку к кофе или чаю. На завтрак очень красиво сделана резьба из овощей. Беленькие тюльпаны, похоже, это редька. Резаные розочки из овощей. Надо же, какие творческие идеи посещают специалистов этого ресторана. Ну и, как всегда, мне жаль нарушать эту красоту. Каждый день нас очень хорошо здесь кормили в этом отеле. Бурек с сыром. Ну, сегодня я решила на завтрак взять пару блинчиков.